люди рациональны, и у нас вот есть неокортекс, да, это наша рациональная часть, она более молодая, чем лимбическая система. И ваши эмоции сильнее ваших мозгов, назовем так. Вы можете, как ты сказал, понимать, что эти отношения плохие, эти отношения мне доставляют боль, они меня травмируют, они делают мне только хуже, но я не могу ничего с собой поделать. Это, знаете, вот такая пресловутая, как есть понятие «переворот». Да? То есть, когда человек, то есть, как бы считает, что он головой понимает, что это что-то ненормальное, но эмоционально не может отвязаться от этого человека. Поэтому я могу сказать с большой уверенностью, самостоятельно это сделать очень сложно. Почему, опять же, есть психологи, есть психотерапевты, иногда даже психиатры, да? То есть только для того, чтобы научить вас с этим работать. Многие люди думают, что я сам разберусь со своими эмоциями. И чаще всего их либо запихивают куда-то далеко, да, либо вообще от них отмахиваются. Не-не-не-не-не-не, это не надо. И вообще, то есть работать с эмоциями достаточно сложно. Поэтому работая со специалистом, работая в терапии, это будет более экологично, это будет более эффективно и, наверное, более показательно для вас. То есть вы сможете посмотреть где-то со стороны на свою ситуацию.